Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас такое время тяжелое, и я хочу сделать небольшой раскладик, что сейчас происходит, что нам ждать в ближайшее время. Я буду делать на картах Ленорман «Тайны старого замка». И я сейчас буду искать карту «Крест». Вот она и карта «Крест». Угу. Вот смотрите, здесь карта «Букет» и карта «Дом». Сейчас каждый боится за свой дом, каждый боится за свое здоровье, за благополучие. Всем страшно, все живут в каком-то страхе, ажиотаже, ужасное напряжение. У любого человека здравомыслящего он осознает, что сейчас не самое легкое время. Да. Что же дальше будет? Вот совершенно вот в ближайшее время спросим у карт, чего же нам ожидать всем нам. Людям на этой земле. Что же нам ожидать? Это карта змея. Карта змея. Это карта вообще как бы карта медицины. Это раз, что да, будут люди лечиться, искать вакцины. Против этого всего, как говорится, дело. Но эта карта еще же говорит более о духовном, что люди переосмыслят свою жизнь. Змея – это карта трансформации. Переосмыслят и на все, вот всю красоту, вот на свой дом, в котором сейчас вот находитесь вы. Переосмысление придет к людям. Люди по-новому мудрее станут, намного мудрее, чем были. Легкомысленные люди по-другому будут смотреть на вообще происходящее. Это очень прекрасно. Что еще идет в ближайшее время? Стабильность придет, это очень хорошо. Карта якорь. Карта якорь говорит, что скоро все-таки, вот несмотря на все вот эти вот проблемки, которые сейчас, и люди поумнеют, и все налаживаться начнет, к нам придет наконец-таки, прилетит. К птичке здесь прилетит, придет хорошая весть о стабильности. И какой же будет итог этого расклада? Это карта. Карта собаки. Ну, очень прекрасно и хорошо карта собаки. Конечно же, нужно быть добрее. Нужно сейчас милосердно отнестись к людям. Нужно более общительными быть, поддерживать сейчас другой. Это вот как совет, карта итог. Человек должен оставаться человеком. Всегда пойти на помощь, оказать помощь ближнему своему, более сплоченнее быть, дружнее. И все преодолеется, все препятствия, все преграды, все будет хорошо. Желаю всем благополучия, счастья и всего самого наилучшего. С вами была ваша Елена. До свидания.